вы планируете 6 мая прогулку на свежем воздухе, не забудьте взять с собой зонт. По прогнозам синоптиков, на смену солнцу к нам идут дожди. В Сарове утром плюс 13, днем столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла, ночью плюс 10. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде дожди. Утром плюс 12, днем воздух прогреется до 17 градусов тепла. К вечеру осадки прекратятся, плюс 7. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В столице небольшой дождь. Утром плюс 11, днем столбики термометров поднимутся до 16 градусов тепла. К вечеру осадки прекратятся, плюс 6. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.